Обрез, из которого историк Олег Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, был куплен на черном рынке. Такое предположение высказал бывший председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев. Начнем с того, что обрез – это вообще незаконно, без номера, тем более незаконно. У нас все оружие, которое выходит из завода, легально выходит, оно имеет идентификационные серийные номера. В данном случае это полностью незаконное оружие. На черном рынке можно найти все, начиная от пистолета Макарова и заканчивая зенитными ракетными установками. Понимаете, нюанс-то в чем? Психиатрическая, психологическая экспертиза для получения разрешения на оружие, она дает информацию о человеке на данный момент. Не вообще, что он себя представляет, а на данный момент. Точно так же, как химико-токсикологическое исследование дает информацию за последние, условно, там, 2 месяца. Все, что происходило с человеком за предыдущий период, например, полгода назад, никто не знает. Какую-то информацию можно у человека получить только в том случае, если имеется объективная статистика обращения или привлечения человека к ответственности, его лечения и так далее. У нас этой статистики... Ну а сам Соколов тем временем потребовал принести ему в камеру книги. С такой просьбой и пожеланием он обратился к председателю общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александру Холодову. Также обвиняемый в убийстве пожаловался, что у него нет очков для чтения, после чего расплакался. Никто меня не бил. Ну, корм, я думаю, такой, как полагается в теме. Что касается меня, огромной просьбы. Я не могу не читать, я не могу сидеть. Мне нужны очки. Я слезно прошу очки, чтобы мне разрешили очки. Потому что я без очков не могу читать, и чтобы мне была возможность еще литературы. Потому что я как ученый, я когда вот так просто, мне, я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дать возможность хотя бы заниматься своим делом. Даже сейчас. Я постоянно работаю, пишу книги и так далее. И для меня сейчас просто как сумасшествие. В камере вы не один находитесь? Нет, не один. У вас какие-то есть там? Нет, сокамерник все ведет себя спокойно, достойно, никаких проблем. Никаких ни угроз, ни насилия? Нет, что очень спокойный человек. Сотрудники с вами корректно общаются? Сотрудники идеально корректно, вообще ничего не могу сказать. Ну, как добавил Холодов, Соколов может обращаться за помощью в общественную наблюдательную комиссию ОНК. Холодов также напомнил, что обвиняемого переводят в следственный изолятор Кресты. В ответ Соколов поинтересовался, есть ли там телевизоры. В Крестах тоже, если какие-то у вас будут жалобы на условия содержания, или вы можете в ОНК напрямую обратиться, или, соответственно, через адвокатов. Адвокаты, как бы, все контакты знают. Спасибо. Но, как бы, Кресты сейчас считается лучше изолятором Европы, поэтому не могу сказать, что вам повезло, но, по крайней мере, из всего, что возможное было, наверное, самое как-то. Там же это же телевизор. Телевизоры там не во всех есть, но, может быть, повезет. Вот полностью можно, чтобы не повезло. Ну, здесь уже там смотрят по статье, потому, соответственно, даже не камера убирается, а там сокамерники, да, то есть вот, чтобы там тяжкие, с тяжкими, да, тяжкие. Ну, вот даже тоже огромная просьба, просто, понимаете, я, чтобы не совершил, я оступился в конце своей жизни, долгой, честной жизни я хочу. Ну, в каком-то случае, да, вдруг поместят неправильно, да, ваш адвокат всегда обратится, и мы хорошо, как бы обратимся, вот, очень быстро среагируем. Спасибо вам огромное. В понедельник историку и теперь уже бывшему доценту СПГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО на 2 месяца. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку университета Анастасию Ещенко. Затем решил скрыть следы и расчленил тело. Соколова извлекли из реки Мойки. При себе тогда у него нашли рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Защита обвиняемого Олега Соколова не исключает, что тот мог убить аспирантку во время самообороны. Об этом журналистам сообщил адвокат арестованного преподавателя Александр Почуев. Он также считает неправильным, что до приговора о Соколове сложилось негативное общественное мнение. Одна из версий самообороны разная бывает, да? Не только с ножом. Поэтому реконструкция событий и что там было, это дело следствия. Но мы уже готовим вопросы к включению в заявление следователю в ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы. Защита здесь тоже хочет этого, чтобы, да, исключить версию там, невменяемости, невменяемости, аффект, подтвердить или опровергнуть. Возможно, расправился со своей возлюбленной. Опять-таки, защита не исключает и версию самооговора, и иные версии, вплоть до мистических, но... Понятно, что здесь, конечно, сформировалось уже общественное мнение, и с ним работать сложно. И вот эта защита считает очень неправильным явлением, потому что человек невиновен, еще не вынесен приговор, а его уже публично линчевали. Адвокат также добавил, что у историка хорошие бытовые условия в СИЗО, и жаловаться ему не на что.
Там санаторные условия, поэтому Олег Малевич пришел в себя более-менее. И сейчас уже готовится к участию в следственном действии. Человек провел 40 минут в ледяной воде. Суд Божий над ним уже свершился. Он уже мог утонуть или умереть от переохлаждения. Господь его оставил в живых для того, чтобы он, наверное, да, имел право на защиту, которое мы активно реализуем сейчас. Направлен весь механизм государства, общества, СМИ. Мой долг профессиональный. Я уже потерял некоторых клиентов из-за этого дела. Семья задает вопрос, сын мой. Конечно, меня это все задевает до мурашек. Но в то же время каждый человек обладает теми правами, которые наделило его общество. Для этого и придуманы адвокаты, чтобы отстаивать права. Нас двое, а против нас все. Соколова задержали 9 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В воде он пытался утопить рюкзак, в котором лежали фрагменты тела его жертвы. В квартире доцента на 2 месяца руководство университета доцента уволило.